Проезд по революции открыли. В Перми снова стала функционировать важная транспортная артерия на отрезке от Сибирской до Комсомольского проспекта. Еще один этап большой реконструкции подошел к концу. С автомобилистами и пешеходами пообщалась наша съемочная группа. Проезд по революции открыли, но трафик пока небольшой. Многие еще по привычке объезжают этот участок от Сибирской до Компроса. Знаки же гласят, по две полосы в каждом направлении вновь функционируют. Как говорят автомобилисты, улица заметно преобразилась. Конечно, когда была стройка, было не всегда удобно. И не всегда, может быть, даже и безопасно. Но сейчас, когда вот результат в целом виден, конечно, он очень впечатляет, очень красиво, очень широко. И мне кажется, будет очень удобно людям. Там полоса на разворот отдельная, ну, на поворот точнее, тоже очень удобно. Грамотно сделали. Стало значительно удобнее, то есть не надо объезжать. Меньше времени это все занимает. Ждем открытия второй части дороги. Реконструкция не лишила улицу парковочных карманов. Они есть по обе стороны расширенной дороги. Для регулирования потока транспорта и безопасности пешеходов появились дополнительные светофоры. Но главная новинка – трамвайные пути. При их укладке применили уникальную для Прикамья технологию – фибробетонное основание с применением упругих элементов. По словам специалистов, срок службы такой конструкции составляет 50 лет. Новая трамвайная ветка по проекту свяжет уже имеющиеся пути на Куйбышево и Сибирской. Как рассказывают местные жители, пережить ремонт было непросто, но оно того стоило. Это хорошо, то, что будет напрямую. Я понимаю, что это очень быстро пройдет и меньше будет пробок. Это, конечно, удобно. Мне нравится то, что у нас светофоры сделали. Хотелось бы, чтобы уже закончили ремонт, чтобы уже наконец-то была хорошая дорога. Хотелось бы, чтобы открыли уже трамвайный путь. И внучка у нас очень любит трамваи, поэтому мы каждый день ходим и проверяем, насколько они продвинулись вправо и влево. Напомним, масштабная реконструкция революции стартовала в конце 2018 года. Стройку ведут в несколько этапов. На данный момент основные работы на участке от Сибирской до Комсомольского проспекта уже завершили. Это необходимая абсолютно магистраль для города. Она соединяет нас с Мотовилихой через рынок уже туда с индустриальным Дзержинским районом. Поэтому, безусловно, чем быстрее она будет открыта полностью, тем будет лучше. Дальше по генплану мы будем улучшать наш город. И фасады будут отремонтированы в конечном итоге для жителей округа. Это все благо. На этом участке в планах благоустройство территории. На другой же части революции от Компроса до Куйбышева работы будут идти до конца этого года. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.